Всем добрый день, у нас время пол первого времени, и мы едем на море, у нас подкрывали пляжи и детские площадки. Даниэль тут собирает, мы решили поехать на море к маме. Баня радостная, как будто первый раз в жизни на море. И я не успеваю заснять, какой он умница, когда мы ему показываем ошейник, как он сразу бежит ко мне и хочет, чтобы на него надевали этот ошейник, потому что он знает, что он пойдет на улицу, что он пойдет гулять. Он такой радостный, такой прикольный, умненький такой. Все, мы поехали. Мама как раз тоже заканчивает работу, она нас будет ждать. И, кстати, мой купальник у родителей. Мы уже приехали на море. Идем, поставили машину здесь, потому что там... На нашей стояночке, где мы всегда ставим машину, поставили уже аппарат. Короче, нам сделали здесь платную стоянку. А? Это мешко. Вот он, этот аппарат, куда деньги бросать. Но мама говорит, вроде он еще не рабочий. Но мы рисковать не стали, поставили машину немножечко подальше, не на стоянке. Ветерок, конечно, есть. Посмотрим, как водичка сейчас. Волны будут большие, небольшие. Сейчас, короче, все посмотрим. Холодная! Мама говорит, вода холодная, красивая, бирюзовая такая. Людей немного, вот там есть люди. Здесь нету, вообще пусто. Вон банька как набегается. Классно, да? Пойдем мы тоже водичку помочь ножке. Холодная? А? Холодная, да? Купаться можно. Да, Банька?
잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야 Say I believe I hey, hey, yeah, yeah. I can't control Конечно, выходить не очень приятно, но потом, в принципе, ты растеряешься полотенцем. Вот, то быстро привыкаешь. Я вот растерлась, надела платье, мы ходим раньше, нахаживаем шаги, пока есть такая возможность. Вот, а песок вот такой сухой, мелкий здесь песок на этом пляже у нас. И как метель прям, ветер сильный, конечно. Мои вот до сих пор купаются, влазят, не хотят. Нам еще чуть-чуть, и потом надо ехать домой.